Здравствуйте, меня зовут Вадим. И сегодня я хотел бы вам рассказать, как избавиться от неприятного запаха в вашей обуви. Для того, чтобы запах вообще не появлялся в вашей обуви, нужно покупать обувь из кожи, из замши или из нубук. Кожа, замша и нубук позволяют дышать вашей ноге. Вы должны знать, что стельки нужно стирать раз в месяц, а также каждые 3 месяца их менять. Если же у вас нет времени для того, чтобы постирать ваши стельки, или же нет времени купить качественную обувь, то я хотел бы вам показать, какими средствами мы будем пользоваться для того, чтобы удалить запах с вашей обуви. Хотел бы вас познакомить с первым средством, которое поможет удалить неприятный запах в вашей обуви. Это сода. Она работает как абсорбенты, поможет удалить микробы и убрать неприятный запах с вашей обуви. Также у нас есть мука, которая работает по такому же принципу, как сода. Убивает бактерии, впитывает неприятный запах с вашей обуви. А сейчас мы берем соду и засыпаем в наш башмак. Точно так же мы делаем и с мукой. Аккуратно засыпаем в нашу обувь. Мы берем нашу обувь и ставим ее до утра. К утру наши абсорбенты должны справиться с неприятным запахом из вашей обуви. Есть еще одно эффективное средство, которое может помочь вам убрать неприятный запах с вашей обуви. Это уксус. Еще один очень хороший способ – это перекись водорода. Теперь мы берем перекись, ватку и начинаем протирать нашу обувь изнутри. С уксусом делаем все то же самое. Ну и последний способ, который вам поможет убрать неприятный запах с вашей обуви. 1-2 пакетика чая. Берем туфель, вложим в пакетик. Берем второй туфель, вложим в пакетик. После чего оставляем их до утра. Сегодня вы узнали 5 самых популярных способов для того, чтобы убрать неприятный запах с вашей обуви. Надеюсь, я вам был полезен. До скорых встреч!